хотел бы немного рассказать о своем опыте в моделировании реальных объектов через фотограмметрию и, соответственно, реверс инжиниринг. Предмет моего сегодняшнего рассмотрения – это троллейбус чешского производства, чехословацкого, вернее, Шкода 9 ТР в какой-то там модификации, вероятно одних из поздних а, немного о немного, расскажу немного о самом троллейбусе троллейбус этот очень широко известен очень а, широко применялся в ссср в частности на юге и в частности в крыму а, вот этот, начиная именно с 9 даже 8 по моему модели, появился самый длинный в мире троллейбусный маршрут от проходя от э, аэропорта города Симферополя, потом до города Симферополя, потом далее по предгорью до села Перевального, затем до Перевала с высотой <coughs> над уровнем моря 740 метров и дальше спускался вниз по бережью к городу Алуште, 51 маршрут шел до Лушты, а 52 продолжал идти дальше, проходя мимо Артека, Гурзуфа и приезжая в Ялту. Линия на самом деле продолжалась еще и по Ялте. Ялта довольно протяженный город. Вот таким образом непрерывная линия, по которой мог ехать этот троллейбус, была очень велика. Около, наверное, 100 километров. Троллейбус за время своего маршрута преодолевал очень большой диапазон высот. От уровня моря до 700 метров над уровнем моря. И шел по весьма живописным и поныне маршрутам. Имел он характерный дизайн для того времени. Родом этот дизайн из 60-х годов такие округлые формы, приятные взгляду обводы, которые оказалось очень непросто копировать, воспроизводить на модели. Тем не менее, несмотря на большое число фотографий и видео, технической информации по троллейбусу реально мало. Ну, в частности, мне требовались какие-то чертежи, с которых можно было начать обычно, и моделисты находят рисунки вот, типа тех, что сейчас изображены на экране. И они ну, как бы достаточны для начала работы и моделирования, то есть создания сначала общего, общей болванки кузова, и потом уже разработки вниз к мелким деталям. Лучшее, что я нашел, это вот такие проекции, которые разделил. <как> это, строго говоря, не чертеж, просто габаритный рисунок ну, с лучшим качеством, какой удалось найти. Получилось примерно следующее. Получилась у меня вот такая модель, которую нарисовал из нут с поверхностей. Она очень точна в плане подгонки совпадения с габаритными рисунками. Весьма, весьма точно все совпадает, но вместе с тем, хотя вроде бы выглядит похоже, есть какие-то ну, моменты, нюансы, которые не совпадают. Например, линия колесных арок, линия козырька с номером маршрута и наплывом, линия формы лобика. Ну, вообще в целом как-то что-то не точно. Хотя... Для большинства моделистов вот такие рисунки это более чем достаточный материал для ну, хорошо выглядящей модели. Я решил пойти немножко другим путем с тем, чтобы передать характерные, точные черты именно этого троллейбуса, так как я его хорошо знаю лично, много на нем ездил, и, к счастью, у меня есть возможность взять информацию о нем, так сказать, из первых рук, непосредственно с самих оригиналов. Итак, у меня есть два оригинала, к которым я мог и могу обращаться непосредственно для фотосъемки каких-то замеров. Справа это версия памятника, который стоит на перевале. На нем написано, сколько он проехал сколько пассажиров перевезено, сколько миллионов километров проезжено и так и далее. А слева это э, запасник, отстойник места, которое называется Гайдай парк. Там находится в общем, различная техника из фильмов Гайдая. Ну, видимо, привезли под будущую реставрацию эти три троллейбуса, чтобы из них, скажем, собрать один. Но в любом случае к ним можно подойти и снять их с разных сторон и получить какой-то объем информации. Итак, первая, тоже с не первой попытки, модель, какую я получила, это из Гайдай-парка. У меня не было возможности снимать хорошо сверху, нет квадрокоптера. И не, нельзя было подобраться с некоторых сторон. Например, здесь стоит... Другая модель слева, как, точнее, остатки какой-то машины, и я не могу подойти. Вот. Но вместе с тем информации более чем достаточно для съемки. И получился вот такой меж очень неплохой. И это, наверное, один из немногих случаев, когда я был благодарен вандалам, которые разрисовали этот останки этого троллейбуса, так как можно было получить поверхности стекла и прочего. Там, где они не разрисовали, соответственно, стекло не получилось или вышло в виде вот таких артефактов. Но вместе с тем многое очень хорошо вышло и видно, что детализация просто в некоторых частях замечательная. И можно использовать даже видные элементы внутренности салона водительского места, которые можно потом использовать для для моделирования. Как видно, что модель это пропорционально правильная, и, соответственно, какой бы я размер ни задавал, все пропорции, все тонкости будут соблюдены. И видно, что модель, ну, очень-очень, несмотря на вот эти недостатки сканирования, недостатки обработки, очень хорошо выглядит. В целом очень узнаваемая. Вторая модель, которую я сделал и мог использовать для моделирования, это модель памятника. Как видно, что она в этой части, несмотря на обилие снимков, вышла очень плохо, крыша не получилась, но все, что ниже линии молдинга, вышло и довольно неплохо. Конечно, кто-то может сказать, что вот эти гладкие, ровные поверхности, которые здесь бугристые и неровные, это плохо, но на самом деле для меня информации более чем достаточно. Здесь я имею, во-первых, нижнюю часть, отдельные элементы, скажем, барабаны, бобины, на которые наматываются тр тросы штанг только приемника, очень неплохо вышли, можно по ним даже делать хорошую модель. Расположение колес и прочее. В отличие от первой модели, эта модель более распространенная, двухдверная, передние и задние двери. Это связано с особенностями, которые требовались для троллейбусных парков при эксплуатации пассажирского транспорта. А первая, которая в парке, более редкая трехдверная модель, ну, которая, тем не менее, у нас была. Некоторые детали вышли вообще превосходно. Посмотрите на это колесо. В некоторых вариантах сканирования у меня даже получалась проволока, которая стопорные чеки удерживает вокруг колеса. Даже видно какие-то вот вандалы тут царапали. Вот. Но не это самое главное от этой модели в памятника. Самое важное то, что я смог подобраться и снять снизу. Обратите внимание, какой уровень деталировки. Несмотря на плохое освещение и прочее, виден передний мост, видны рессоры, кабели, каналы, какие-то там элементы, вот, тяга рулевого управления. Видно, как сделан, например, ступени в передней двери. Видно даже проводка под освещение. В общем, это дало возможность мне получить очень-очень такую интересную подробную модель снизу. То, чего нет ни в какой документации. Здесь, например, видно вот, крепление электродвигателей. Самого электродвигателя нет. Видна тяга для управления тормозом. Кабель канал, видимо, который идет к электродвигателю. Место под компрессор, Здесь стоял воздушный компрессор, и он управлял и тормозами, и тут стоял пневматический усилитель руля. Что тоже интересно, видны силовые элементы рамы, видны буксирные, значит, проушины. И все это вместе связано. И несмотря на то, что задний мост не проработан, информацию эту можно использовать в полной мере. Теперь возвращаясь к дальнейшему моделированию. Я сопоставил две, два вот этих скана. Выглядит, конечно, это немножко жутковато, но вместе с тем видно, что совпадение просто удивительно. Несмотря на то, что синяя версия троллейбуса трехдверная, вот здесь виден вырез на двухверность здесь просто стекло. В остальном они все совпадают. И я могу теперь получать информацию, где находятся у него элементы рамы которые расположены внизу, положение колес, даже развал схождения колес. И э, какие-то элементы крыши получились на синей модели, какие-то на красной. И вместе с тем я могу это использовать. Все вместе. Очень хорошее, очень хорошее совпадение. Выясняется, что модели, э, что оригиналы сделаны с очень небольшим расхождением между собой. То есть, несмотря на кажущуюся разницу во внешнем виде, они совершенно идентичны друг другу и можно использовать. Модель в целом еще не закончена, но уже можно показывать и рассказывать о некоторых выводах, которые приносит метод фотограмметрии в деле вот такого реверс инжиниринга. Итак, вот информация, то что можно найти из общедоступных источников на котором расположен элементы силовой, точнее элементы ходовой части и нарисована рама. Нарисована, конечно, схематично. Видны перемычки, видно, где вырезы под заднюю, среднюю дверь. Видно, что часть рамы состоит из вот такой части на две, более чем две трети троллейбуса. На фотографиях и видео, которые можно найти в качестве референсных образцов, Конечно, не видна рама и внутреннее устройство троллейбуса. Поэтому, если кто-то найдет вот такую схему, рисунок, может предположить, что рама состоит из вот таких простых элементов. Она симметрична, простая, и понятна. И сделает, ну, соответственно, в модели такое изменение. Но будет ли это точным? Сделает ли это копийным Саму модель. Давайте посмотрим, что получилось. По моделированию, по фотограмметрии, по сканированной модели. А вот как выглядит рама. Выглядит она очень сложно. И здесь всего два симметричных элементов, выделенные зеленым цветом. Все, все остальные элементы не только не симметричны, но и расположены еще и в разных плоскостях причем в плоскостях, с двойной, даже не в плоскостях, а образуют поверхности с двойной кривизной. Например, при взгляде справа видно, что передняя часть рамы начинает сюда. Вот это ограниченная вот этим корич... светло-коричневым элементом, она поднята вверх. На несколько градусов просто загнута вверх. По этой модели можно воссоздать ход того, как делался оригинальный троллейбус. То есть ставился стапель, на него устанавливались два вот этих зеленых элемента, которые варились из нескольких труб. Вот эти длинные, две коротких, и между ними варилась вот эта перемычка. Потом на них ставились поперечные элементы. И, причем обратите внимание, что все они разные. Все, все вот эти красноватые элементы, они все разные, вообще все. И симметричные и э, одинаковые элементы крепления двигателя, э, симметричное расположение рессор передних, задних тоже. Все остальное полностью симметрично. Это уже первый вывод такой по этой модели, что. Все не так в реальности оказалось, как, как можно предположить по рисункам. Вообще, я в таком случае сравнил бы использование плохого меша в качестве источника с плохо распознанным текстом FineReader, например. Здесь, например, модель понятна, логична, видно, где что располагается. Видно, что здесь тут компрессор, здесь вырез под заднюю площадку, куда входят пассажиры. Здесь вырезы под колеса задние, здесь крепление. В общем, ну все понятно. Но если брать в целом, если в целом брать модель Меша, можно, конечно, столкнуться с, со сложностью понимания, где какой элемент расположен, но если знать, где что конструктивно расположено, например, где рессоры, где какие элементы, то становится понимание, понимать э, становится довольно легко и, соответственно, воспроизводить это в модели. Поэтому достичь можно очень высокого уровня детализации. Например, посмотрите на эту рессору. То есть можно видеть каждую скрепляющую пакет ресурс проушен. Можно рассчитать э, по опять же 3D скану все листы и формы главных листов, то чего нет ни в каком, ни в каком из рисунков. И даже удалось определить, что переднее крепление рессоры состоит из двух частей, из нескольких частей точнее, то что крепится часть летая или даже может фрезерованная к раме и на соединение ласточкин хвост ответной части, к которым прикручивается этот э, лист и чем скрепляется тоже можно определить можно например определить что вот этот передний брызговик вообще выполнен из металла то есть он просто приваривается кусок металла и является составной частью корпуса естественно этого нельзя выяснить по Сторонним рисунком и фотографиям. Теперь можно увидеть, что получилось при поверхностном моделировании корпуса троллейбуса по сканированному мешу. Совсем другое дело. Теперь все черты переданы точно и узнаваем во всех мельчайших подробностях. Чтобы вначале. Вначале я показывал модель, сделанную по рисунку. Вот теперь можете сами сравнить. Справа сделанная по габаритным рисункам, слева по мешу. Насколько она отличается, насколько я не мог понять, почему какие-то черты, почему какие-то детали не передаются, не удается передать и экстраполировать между нарисованными линиями нужные черты и насколько отличается реальная модель. Разница, как видим, очень большая. Хотя габариты и все вроде бы схожи, но тем не менее. Также Идеально сопоставляется с моделью с первого скана, с памятника. И, и модель рамы просто ну, превосходно подходит к модели корпуса. Поверхностная пока что модели корпуса. Можно видеть, где вырезы <coughs> в раме совпадают с входными дверями. И еще один момент. На... На модели памятника рама имеет вот эту перемычку, так как модель двухдверная. Но у меня скан корпуса делался под трехдверную, под трехдверную модель. И можно, и, и можно легко выяснить, что оказывается модель из двухдверной и наоборот из трехдверной в двухдверную можно было легко превратить силами одной ремонтной мастерской троллейбусного парка. Эта перемычка вырезается, она приваренная была. Прорезается проход и делается дверь. Или наоборот. Наваривается сюда перемычка и заваривается. Листами стали обшивка, и все. То есть рама изначально уже подразумевала, что рама, изготавливаемая, изготавливаемая на заводе. Изначально подразумевало то, что может, могут быть сразу два, оба варианта, двух и трехдверные. И можно сравнить с совпадением, с, со сканом. Как видно, желтые и синие образцы синие ⁇ это краска сканированной модели, желтая ⁇ это насколько совпала поверхность. Вот такие пятна означают, что поверхности совпали настолько максимально, насколько это возможно. Как видно, что расхождений, расхождений нет. Модель идеально вписана, превосходно вписана в скан. Тут еще следует отметить один момент, что сама конструкция не идеально ровная. Скан тоже не идеален и подразумевает некоторые отклонения. Поэтому важна общая пропорция, общая модель, по которой все делается. Еще интересный момент, который я выяснил в процессе моделирования. Видно, что задняя часть вот эта, от колеса и до задней части троллейбуса совпадает полностью. А здесь имеется вот такая большая площадь пятно желтое. Здесь реконструированный кузов, реконструированные поверхности на реальной на реально стоящем троллейбусе разобранном этого не видно, но это становится видно при сканировании и реконструировании. Оказывается, именно вот этот корпус возможно, при транспортировке, возможно, еще при каких-то событиях, был помят и имеет вот в этой области большую вмятину, ну, там, на сантиметр-два. Когда я, естественно, моделировал со следованием точным поверхности, то выяснилось, что у меня получается какой-то кривой кузов. Реально кривой, и стекла должны были быть вогнуты, как в реальности. Но вот тут, видимо, был какой-то удар или еще что-то. Очень интересный факт. Совпадение, как видно, просто потрясающе. Особенно мне не удавался вот этот угол, лобик. Как видно, что просто он вот, просто очень хорошо вписан. И можно отдельно моделировать какие-то элементы. Например, выдвижные лесенки, ступени лесенки. и сопоставлять их с основной моделью. Также можно располагать отдельно точно колеса. И теперь можно проанализировать, почему у меня не получалось в предыдущие разы и что отличает реально существующий объект от его воссоздания через какие-то упрощенные проекции. Итак, вот вид сверху, с правой стороны передняя часть троллейбуса, с левой стороны задняя часть троллейбуса. Видно, что разделена на плоскости. И теперь можно попробовать посмотреть, где же тут есть симметричность. По большому счету, что такое автобус или троллейбус, особенно те, что можно видеть на улицах городов. Сейчас современные. Это простые прямые формы. Очень симметричные. Что автомобили, что общественный транспорт и легко разделяется легко э, симметрично зеркаливается э, и получается что ну, достаточно быстро и просто моделируется здесь при виде э, можно э, при виде сверху можно значит сделать следующие выводы во первых есть более менее асимметричная прямоугольная часть которую можно выделить э, вот в, таким, в таком треугольнике прямоугольнике примерно в этом прямоугольнике здесь видно что ось линия симметрии проходит через середину и если спроецировать направо налево оно как бы симметрично но это только на первый взгляд обратите внимание линия подходящая к кабине вот эта область при взгляде сверху без перспективной проекции, видно, что мы видим левый борт прямо сверху. Справа мы его не видим, он более вертикальный. И когда подходим к кабине, видно, что вот эта линия, линия вот между двух этих плоскостей резко ограничена, резко ограниченных плоскостей. Видно даже раму оконную, водительскую. И виден лезть левый борт. То есть левая вот эта часть скошена, она выгнута и выгибается колесной арки прямо отсюда. Линия крыши более-менее симметрична, но только до линии вот переднего люка вентиляционного. Если смотреть справа. то здесь э, линия, сходящаяся к э, передней части троллейбуса, имеет больше уклон, чем тут. Тут, она, тут имеет э, немножко другой угол отклонения. Но козырек при этом симметричен, стекло симметрично, но все, что подводит к нему, не симметрично. То же самое относится и к задней части. Здесь линия скоса выражена больше, здесь меньше. Если мы будем смотреть спереди или сзади, то это можно отлично увидеть. Каждая линия соответствует, каждый цвет соответствует своему сечению. Видно, что переднее сечение имеет гораздо больше скос в левой части кабины, чем в правой. Сзади видно, что кабина, задняя часть троллейбуса, она как бы смещена влево. И основное тело троллейбуса находится справа. То есть имеем вот такой выступ справа тут. И вдавленность Начиная если представить это прямоугольником, то здесь получается поверхность двойной кривизны. И таким, и таким образом поверхность корпуса, несмотря на, на, на то, что он воспринимается в целом как симметричный, и выглядит достаточно гармонично и понятно, она очень резко симметрична и обладает гигантским числом поверхности с двойной кривизной. Так, я убрал все секущие плоскости, убрал линии сечения. И теперь можно обратить внимание на другие детали. У троллейбуса есть характерный характерный элемент, который тоже придает, участвует, сильно участвует в формировании внешнего вида, это линия водостока. видите, вот фиолетовым цветом, как она идет. Во-первых, водосток идет под небольшим наклоном отсюда до сюда, связано с тем, что во время движения, вероятно, вода имела тенденцию стекать. В заднюю часть троллейбуса. Здесь имеет резкий подъем и имеет вот такой крутой поворот и спуск. И несмотря на то, что кажется, что вот эта часть ровная в части боковой проекции, на самом деле она тоже имеет, тоже имеет большую двойную кривизну. То же самое относится к левой части водостока, который расположен по левому борту. Видно, что он совсем другой. Это, кстати, отлично совпадает с фотографиями. Видно, что водосток нависает над козырьком крыши. Боковые панели имеют, поставлены уступом. И если брать каждую из вот этих боковых панелей, то она имеет каждую свою плоскость. И обладает каждая своей кривизной. То же самое относится и к пассажирским окнам. Они не расположены в одной плоскости. Несмотря на то, что кажется, что они выглядят равномерно поставленными. Связано это с тем, во-первых, с несколькими моментами. Во-первых, это ручная сборка на стапеле э, в заводских условиях. Во-вторых, так как каждая из этих панелей расположена по-своему, то и окна в оконных проемах, соответственно, будут располагаться по-разному. Особенно ярко это выражено здесь. Видно, что эти, это и это стекло более Вертикальная, а эти уже имеют больше и больше наклон к пассажирскому, к водительскому стеклу, который имеет очень большой заметный наклон. Если мы берем <coughs> условную вертикаль. И таким образом получается, что со стороны будет казаться, что сформированы вот этот ряд из четырех, например, стекол в одной плоскости. Но в действительности каждая расположена по-своему. Например, задняя еще и повернута внутрь, потому что здесь вот эта панель скошена назад. И все относится. И все, если брать другие элементы, другие детали, они будут сделаны точно так же. Каждый, каждый элемент индивидуален. Поэтому вместе получается вот такой неповторимый облик. И сложно воспроизводимый для моделирования. Еще стоит отметить, что передние двери, которые открывают доступ к реле для обслуживания троллейбуса, каждая не только несимметрична, каждая дверь сделана индивидуально и имеет разную ширину. И плюс имеется вот такой небольшой вырез в, в корпусе. Это не полукруг, это очень такая замысловатая линия, которая имеет изгибы во всех плоскостях. Таким образом, корпус, практически каждый элемент, имеет свое положение, свое расположение, свою плоскость и свою кривизну и не может быть сделан симметрично. Рассмотрев в целом особенности асимметричности корпуса, теперь можно обратить внимание на следующий момент. Видно, что модель, что я сейчас показываю, она, ну прямо скажем, не полностью детализована, не полностью закрыта, ее нельзя использовать под печать и прочее, прочее, прочее. Связано это с некоторыми моментами. Во-первых, если я буду делать целиком фотографировать модель и фотографировать, обращая внимание на самые мельчайшие детали, например, вот уделяя внимание колесу, то сама модель и в этих моментах, в этих деталях не станет детализованной. И поэтому титаническое число снимков с тысячами для фотосканирования особого смысла не имеет. Например, вот эта модель исходный вариант, он составлял размер где-то 20 гигабайт, имел там больше 20 миллионов треугольников. В общем, слишком-слишком модель тяжелая для не то что для обработки, но даже для простого открытия на компьютере. Поэтому тем, кто соберется сканировать такие достаточно крупные объекты, рекомендовал бы не э, рекомендовал бы моделировать по принципу сверху вниз. То есть делаем сначала общую модель. Она пропорционально правильная, на ней видны, где размещены какие элементы, и потом отдельно снимать отдельные элементы. Одновременно нельзя снять модель снаружи и внутри, не получится. Поэтому их надо сопоставлять. Вот здесь внутри видно э, рама, несу какие-то панели. Можно снять очень детализованно отдельно колесо. Либо лестницу, предельно. Э, в фотографии вот этого крепления бобины модель состоит из всего все из 30-50 фотоснимков. Но при этом предельно детализовано. А вот меж колеса, меж плюс реконструкции, реконструкция и сопоставление со справочным материалом. Видны небольшие расхождения, но они понятны. Рисунок менее точен. Хотя и правильно показывает расположение элементов. Можно отдельно снимать также элементы салона, например, сиденья. Тут даже подушки получили сразу продавленными и бывшими в эксплуатации. Рама, скажем, под эти три сидения очень точная. Именно такая, как в оригинале. И немного о точности фотограмметрии. Диаметр трубы, в данном случае это просто поверхность, а не твердотельная модель. Расхождение составило с реально существующим объектом диаметром реальной трубы всего 2 мм. Причем я не старался эту модель сделать точной, не старался подгонять. Это просто делал прикидочно эти сидения, чтобы посмотреть, что получится. Естественно, потом впоследствии стал указывать правильный диаметр, и теперь даже диаметр трубы совпадает полностью. Для достаточно детальной реконструкции на самом деле нужно не так уж и много информации. Это форма объекта, расположение объекта и конструкция. Вот здесь видно, что обогреватель, его точное расположение, точное наклон и части рамы под вариант двух сидений. И точная рама. Достаточно какого-то незначительно получившегося участка для. Под сканирование. На этом пока все. Остальную информацию надеюсь получится свести в какое-то видео и выложить по мере прогресса работы над моделью троллейбуса.